праздник в Дубосарах. День города отмечали в пятницу, гуляли весь день. Были песни и танцы, а еще всех угощали варениками, плацындами и голубцами. Возле молдавского подворья настоящая хора, присоединиться может каждый. Что сегодня в меню у украинского подворья? У нашому сьогодні перечні меню у нас вареники, сало, огірочки, як полагається у нас все строго. Треба зробити для города, щоб накормити людей, все виставитись, показати, що ми умілі хазяйки, можемо все зробити своїми руками. Откуда приїхали? До Ібани. Вареники з картошкою і творогом. На вибір дві начинки. Предлагаю попробувати. Так, це творог. Чому вони такі великі? Українські, настоящі. Дуже вкусне. Настоящая битва хозяюшек. Каждая приготовила свое фирменное блюдо. Здесь, например, голубцы с капустным листом. Очень много выпечки и есть еще тушеная картошка. Чистим картошку, потом жарим мясо, жарим морковь. Жарим цибульку и немножко томату там ставим. И все это перемешаем и ставим в кувшинчик. Я ее варю, картошку, 3-4 часа в духовке или на плитке. Познакомиться с историей Дубосар тоже можно. Здесь небольшой музей под открытым небом. На стендах старинные снимки города. Вот Дом культуры в 1956-м. Молодые ребята готовятся к велопробегу. Кстати, сегодня он тоже будет. А еще в День Дубосар наградили лучших жителей. Тут врачи, учителя, рабочие, предприниматели. Вручали и первые паспорта. Это для меня большая честь получить свой первый документ в День города. Мне очень приятно было, когда я узнала, что мне будут вручать при всех. Поздравили и супружеские пары Людмила и Семен Майоровы вместе полвека. Вот их секрет счастливой семьи. Как только начинается скандал, скорее в рот воду, и тогда не быть разводу. Молчать, молчать, как начинается скандал, молчать. Находить компромисс. Или если хочешь человека обидеть, посчитай в уме до 10. Здесь мобильный тир на колесах автобуса. Сейчас проверим меткость первого Приднестровского. Да. Чаще всего девочки очень быстро ориентируются в этом. Очень быстро. И они чаще всего учатся быстрее. Через прорез нашли мушку, выставляем. Вот это другое дело. Попало. Конечно. Копченые колбасы, мед, сыр, одежда и обувь. Все можно купить на ярмарке. Покупай Приднестровское сегодня в Дубосарах. Здесь все местные производители. Здравствуйте, какую колбаску выбрали? Коровянку. Почему? Мне нравится, потому что приближена к домашнему производству. И вообще, с праздником вас, красивый праздник. Я с города Сороки, с севера Молдавии, в гостях. И люди в возрасте, они, как правило, выбирают кровяную, такое, потому что это более советский такой продукт. А те, что молодежь, они уже такое не едят, они больше по мяску идут. Очень здорово нас встретили, нам вас очень нравится. Будем приезжать. А вы откуда? С ближнего хутора. Это такой семейный бизнес, достался мне, можно сказать, по наследству. На выставке автомобилей около 20 машин есть и ретро-модели, а здесь Багель. Здравствуйте. Здравствуйте. Сколько у него лошадиных сил? Расскажите, как он у вас появился? Значит, эта машина изначально была у человека с Бендер. Он участвовал в чемпионате, два раза в чемпионате Молдовы. Становился первым. Потом входил в призер Румынии. Значит, эта машина была у него приобретена, она была разобрана. То есть мы ее доработали. Значит, в ней 78 лошадиных сил, но за счет легкости корпуса как бы машина очень страшная. На грунте разгоняется до 80 километров, и на самом деле это много и страшно, потому что контролировать машину на асфальте проще, а здесь ты сидишь практически на земле, и машину очень легко заносит.
Ребята, привет. А какая машина вам больше всего здесь понравилась? Вот какая это, самая? Вот это вообще, я не знаю, это вот аппарат. Вот. Почему это? Потому что тут много лошадиных сил и громче динамики. Сколько лошадиных сил? 100 лошадиных сил. Отличный праздник. Мы праздники любим. Мы с Гаян, мы недалеко здесь живем. Наслаждаемся праздником. Давайте раскачаем, ребята. Хороший, веселый и красиво очень. Как наш Зубасар, наверное, нету. Ну а вечером лазерное шоу. И, конечно, салют с праздником Дубасары.